Всем доброго времени суток. Упражнение на межполушарной связи. Выполняется так. Начнем с правой руки. Правая рука сгибается в локте. В это время левая нога поднимается прямо. Оп. Соответственно, левая рука идет прямо вверх. В это время правая нога сгибается в колени. Соответственно, рука сгибается, противоположная нога прямо. Рука прямо, противоположная нога сгибается. Выглядит это так. Оп, 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 оп. И подсчет получается, начинаем делать. Раз, два, раз, два, раз, два. Соответственно, делаем на одну сторону. Потом пробуем на другую. Соответственно, теперь левая рука сгибается, правая прямо. Оп, 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 оп. И как получится левая и правая половина, уже можно в дальнейшем делать хлопки, чтобы менялось. Соответственно, оп, 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 оп. Мы делаем хлопок и, соответственно, меняем оп. Оп, оп, оп. Делаем хлопок и меняем. Оп, 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 оп. И так тренируем межполушарные связи, они более координированные на именно руки, ноги, движение рук, ног. Пробуйте, тренируйтесь, у всех все получится со временем. Всем спасибо, всем пока, будьте здоровы.